А теперь серьезная минутка. Мой хозяин сказал мне, чтобы в этот ролик я оделся как рэпер. Я же ему говорю, что это и есть рэп, это Kanye West 2000-х. Если ты считаешь, что нифига это не рэп, ставь дизлайк этому ролику. А если ты хочешь освободить Джанго, ставь лайк. Йоу, в прошлом ролике я подогнал тебе слово «шори» и сказал, что это обращение к девушке, к мадам, ну ты понял, секси тайм, но в комментариях ты мне по праву возразила, сказав, что слышала в фильме «Очень страшное кино», как этим словом обращаются к чуваку. Кто же прав? Конечно же, черный парень у микрофона, йоу! Но все дело в том, что этот сленг работает в обе стороны. Это как «йоу, шори, what's up?» И йоу, чувак, как дела? Так и йоу, шори, let's go have some drink. Йоу, красавица, пойдем выпьем. То есть как девушке, так и к парню. Man, расскажу тебе одну историю. Однажды я пошел играть в баскетбол. Да, это классика жанра, и на площадке я встретил троих людей. Двое белых и одного черного. Ага, нет. Два черных, один белый. У черных ребят было обычное имя, Жон, Пижон или что-то в этом роде, а белый ко мне подошел, протянул руку и сказал «struggle». Дэм, я взорвался в тот момент, но вот тебе один сленг. Struggle — это синоним слова hustle. Например, ты можешь меня спросить «Сэм, what's up?» И я тебе такой «You know the usual struggle». Теперь один из моих самых любимых слов, и это «joint». Вообще, да, конечно, joint — это сверток бумаги и марихуаны, которая используется в терапевтических действиях, но вообще этот сленг можно использовать в значении «штука» или «штуковина». Например, как делает режиссер Спайк Ли, называть все свои фильмы «джойнтами», или ты можешь сказать о музыкальном альбоме «That's a very good joint». Итак, «joint». А теперь сленг для всех альфа-МС. Представь себе ситуацию, ты приходишь с подругой в клуб, чтобы немного оттянуться, и вдруг замечаешь, что она трется у другого мужика, и ты говоришь своей новой мадам: «Yo, I just caught that girl finessing with some other guy». Finessing переводится как читить, изменять или не быть верной своей второй половинке. Я только что заметила, как моя бывшая трется, ошивается с другим чуваком. Если ты альфа-самка, ставь лайк этому ролику, а мы идем дальше. А теперь самый популярный сленг этого рэп-сезона, и это слово «beef». «Beef» значит «раздор», «распри», «недопонимание», есть же вот эти все моменты. Например, ты можешь сказать «I don't wanna see that guy, we are in the middle of a beef». Я не хочу пересекаться с этим типом, потому что мы находимся посередине бифа или раздора, или непонимания. Йоу, давай возродим нашу старую традицию, как только этот joint, заметил, joint наберет 1000 лайков, пальцев вверх, я выпущу третий выпуск Hip-Hop Puzzle English, а пока слушай живую музыку, пока. Это Kanye West. Это было очень странно. Поэтому ты говоришь своей новой майдан. Новый майдан? Ну... Но...